дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости Большого концертного зала «Октябрьский», истинные поклонники русского романса. В воздухе звучит музыка весны. Весна романса пришла в Санкт-Петербург. На сцене лауреаты конкурса «Весна романса» 2022 года и эстрадно-симфонический оркестр, дирижер Юрий Крылов. Я его лично знаю, Крылова. Весна и романс. Не случайно два этих слова встали рядом в названии одного из самых крупных и популярных музыкальных проектов в Петербурге «Весна романса», которому в этом году исполнилось 24 года. И все эти годы притворяет его в жизнь бессменный руководитель и автор этого проекта, замечательная петербургская певица, председатель фонда «Петербургский романс» Галина Ковзель. По сложившейся традиции нашу праздничную программу ведут заслуженный артист России Николай Поздеев. Спасибо. И моя очаровательная соведущая сегодня вечером, петербургская актриса и певица, лауреат международных конкурсов Анна Малышева. Завершающий этап конкурса «Весна романса» в номинации «Молодые исполнители» ежегодно проходит день рождения выдающегося исполнителя русского романса Валерия Агафонова. Сегодня вы узнаете победителя конкурса этого года и откроете для себя новые имена в жанре романса. Конкурс «Весна романса» проходит при большой поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. В приветствии председателя комитета Федора Дмитриевича Болтина в наш адрес в частности говорится: «Дорогие друзья, рад приветствовать гостей и участников гала-концерта Санкт-Петербургского конкурса молодых исполнителей и авторов «Весна романса». Со дня своего основания в 1999 году конкурс стал одним из любимых музыкальных праздников горожан, приобрел множество друзей и единомышленников. В этом году гала-концерт собрал настоящие творческие созвездия исполнителей, лауреаты конкурсов разных лет, солисты Мариинского театра, звезды российской эстрады, актеры музыкальных и драматических театров. От всей души желаю конкурсу молодых исполнителей и авторов «Весна романса» процветания и новых свершений. Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Мы благодарим всех уважаемых членов жюри, музыкальных руководителей и организаторов конкурса за большую проведенную работу. Желаем конкурсу процветания, а его участникам радости, музыки и вдохновения. Мы благодарим всех, кто сегодня с нами и кто поддерживает нас все эти годы. Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга, наших главных информационных партнеров «Радио Дача», телеканал «Санкт-Петербург», журнал «Петербургский телезритель». Спасибо им всем огромное. Мы счастливы, что сегодня в зале видим уже родные и знакомые лица. Постепенно уходят сумрачные дни, и вновь весна, и вновь цветы, и вновь сбываются мечты. Открывает наш парад лауреатов конкурса «Весна романса» 2022 года Елена Сушко. В ее исполнении прозвучит старинный романс «Любовь не ждет». Без тебя, поверь, в жизни счастье.
диплом лауреата третьей премии конкурса «Весна романса» 2022 года в номинации «Молодой исполнитель» вручает Елене Сушко, лауреат конкурса «Весна романса» 2006 года, актриса театра и кино Алена Бикулова. Аленочка, дорогая. В исполнении Алены Бикуловой прозвучит старинный романс Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского из кинофильма «Дни Турбиных». «Весна романса» этого года продолжает Никита Смирнов. Прозвучит романс Юрия Борисова «Закатилась зорька за лес», впервые исполненный Валерием Агафоновым в кинофильме «Личной безопасности не гарантирую». Быть и проси, брат, пощады у Каина. Только нам не менять офицерский мундир. Может быть, и проси, брат, пощады у Каина.
только нам не менять офицерский мундир. Затаилась речка под низкими тучами, зашептала тревожная черная гать. Мне письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой до добра пожелать. А на той стороне комиссарский рут только трон одну разорвет тишину пулемета и смерть. Мы в ненастную ночь перейдем на ту сторону, чтоб в последний так и себя не жалеть. И чудо не жди, ты холодным штыком мое сердце горячее, не жалей пути, осади, остуди. Растревожится зорька борьбою достойной, запрокинется в траву вчерашний корнет. Сукно золотыми погонами на груди молодой спрячет сабельный след. Да простит меня все, что я кровью свою испачкаю, и все те, в ком пока еще память крепка, как скатится слеза на мою фотокарточку и закроет альбом, дорогая рука. Как скатится слеза на мою фотокарточку и закроет альбом, дорогая рука. Диплом лауреата третьей премии в номинации «Молодой исполнитель» вручает Никите Смирнову музыкальный руководитель конкурса «Весна романса» Сергей Олейник. Романс Алексея Денисьева «Где б мне с милым повстречаться» исполняет одна из самых юных участниц нашего конкурса Виктория Матвеева. Нам встретиться.
живем с тобой мы дружно, от измен мы далеки. Но встречаться чаще нужно возле леса у реки. Нам встречаться чаще нужно возле леса. Молодой исполнитель вручает Виктории Матвеевой член жюри и музыкальный руководитель конкурса «Весна романса» Андрей Быковский. Я люблю вас так безумно, вы открыли счастью путь. Сон нарушен, безмятежный, бьет за сердце, ноет грудь. Зачем все так случилось? Вот зачем увидел я? Сердце бедное разбилось, погубили вы меня. Предо мной вы явились, безумная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Но не буду ждать я казни от своих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Что жестоко так смогли вы поступить, дать надежд мне много-много, и все счастье вдруг разбить. Будьте счастливы с другими, с ним живите по любви. Но когда-нибудь с порога вспоминайте про меня. Исполнит Юлия Сергеева. Не верю вам.
печалью укорять не стану. И не споткнусь от горечи во тьма. Но думать я о вас не перестану. И мучиться бессонницей в ночах. Не трогайте моей души ранимой. Не лгите мне, не падайте к ногам. Начало 20 века. Михаил Шишкин на стихи Сергея Рыскина. «Живет моя отрада». Живет моя отрада. Красотки, честь сторожу крыльца.
будет в саду приоткрыта калитка, и голова пусть кружится всегда, пусть от рады из терема манит улыбкой и не гаснет, горит над романсом звезда. Золотой век русского романса пришелся на самое начало 20 века, подарившего нам целый букет восхитительных романсов. Популярный романс Якова Фельдмана на стихи Николая Риттера «Ямщик не гони лошадей» исполняет Антон Виноградов, партия рояля, обладатель специальной премии имени Михаила Аптекмана Максим Верок Столетов. Балабасова Аптекман. Старинный романс в обработке Якова Пригожина «Что это сердце сильно так бьется» исполняет лауреат международных конкурсов Полина Лаптева.
твои. «Весна романса», легендарная Алла Баянова покорила всех зрителей зажигательными романсами Петра Лещенко. Сегодня один из таких романсов «Пой, цыгане» исполнит Александр Карпов. Счастье без конца, и песни, и вино не знают горести и сердца. Нам в жизни все равно.
самый молодой исполнитель вручает Александру Карпову, член жюри, лауреат конкурса «Ресторованца» 2007 года Мария Голик. Я зовут Машенька Кейт. В исполнении Марии Голик прозвучит еще один романс из репертуара Петра Лещенко. Музыка Бориса Прозоровского на стихи Бориса Тимофеева. «Станочек». Владимир Казаков. Меня одного.
седьмому лауреату первой премии конкурса «Весна романса» 2022 года в номинации «Молодой исполнитель» Владимиру Казакову вручает председатель жюри конкурса «Весна романса», солист и режиссер Мариинского театра, народный артист России Юрий Лаптев. Музыка Георгия Свиридова, русский текст Евгения Аскеназе. «Маритан» исполняет народный артист России Юрий Лаптев. Уважаемых членов жюри и большой творческий коллектив, возглавляемый Галиной Кобзель. Дорогие друзья, потому что в этом зале друзья романса, и так как этот конкурс приходит к нам вместе с весной,
Я думаю, что это самый радостный, самый светлый, самый замечательный конкурс, который предваряет все летние мероприятия. Я думаю, что он должен продолжаться, этот конкурс должен жить, он дает дорогу в будущее многим талантливым молодым певцам. Вы сейчас видите и увидите еще открытие этого конкурса, конкурса этого года. Ну а нам нужны только ваши сердца, ваша поддержка. И знать, что всем это очень важно и нужно. Спасибо большое. Спасибо. Юрий Лапкович, 22-го года. Популярный романс Александра Давыдова на стихи Александра Бешенцева «Отойди, не гляди» исполняет участница конкурса, приехавшая к нам из Курска, Анна Сидоренко. За роялем обладатель специальной премии имени Михаила Аптекмана Дмитрий Ковзель. Второй премии в номинации «Молодой исполнитель» вручает Анне Сидоренко
лауреат конкурса «Весна романса» 2020 года Павел Шлипов. Всегда проявлялись в любимых в народе гусарских романсах. «Эх, была, не была» поет Павел Шнипов. Исполнит Мария Чухнова. За роялем Дмитрий Кобзель. Любовь-то не
I'm
кажется тебе несбыточной грезой мечта, что все изменится, а мне не кажется ли тебе несбыточной грезой знакомый рокот струн полночной тишине. Звонкой песней гитара и плясками рвется, тянется душа моя за ласками. Рвется, тянется, и сердце ищет до сих пор знакомый звук, открылый и угор. Этой песней когда-то нечаянно были наши жизни сроками спаяны, а хорошее сердце жаждет до сих пор знакомый звук и знакомых звуках и улыбку и ухо. Диплом лауреата первой премии конкурса «Весна романса» вручает Игорь Барбаков, член жюри, солистка Мариинского театра, обладатель высших театральных премий России и Санкт-Петербурга, «Золотая маска» и «Золотой софит» Ирина Матаева. Современный роман с Андреем Медведевым на стихи Льва Алексеева «Ах, милый друг» исполняет Ирина Матаева. Забудем все печали.
Новые имена, и наши восходящие звезды русского романса покорили ваши сердца. Мы сейчас предлагаем вам немножко отдохнуть, а после антракта продолжим наш праздничный концерт. Специально для этого концерта, для вас, дорогие друзья, выпущены DVD-альбомы гала-концертов «Весна романса», «Веснопесни» 2020 и 2021 годов, которые вы сможете приобрести в фойе Большого концертного зала «Октябрьский». Те же мечта исполнит наши гости из Тюмени Анастасия Русанова. Где же ты мечта? Я в порядке.
Анастасия Русанова. Музыкальные поздравления в нашей весенней программе дарит вам солист Мариинского театра, неподражаемый и несравненный баритон, народный артист России Василий Гирелло. А в новом занятии стихи Евгении Евтушенко. Не спеши, Василий Гирелло. Председатель жюри конкурса «Весна романса», народный артист Советского Союза, композитор Андрей Петров. Выдающийся концертмейстер, музыкальный руководитель конкурса «Весна романса», заслуженный артист России Михаил Аптекман. Режиссер-постановщик всех праздников романса, народный артист России Олег Орлов. Блестящий исполнитель, педагог, музыкальный руководитель конкурса «Весна романс», лауреат международных конкурсов Михаил Луконин. Время летит, сменяются поколения исполнителей и музыкантов.
Но память о тех, кого нет с нами, навсегда остается в нашей музыке, в наших концертах, в наших сердцах. «Весенний романс» Виктора Третьякова исполняет лауреат конкурса «Весна романса» 2020 года Екатерина Лазукова. Я буду писать твое имя на
романса Александра Непехина «Петербургская княжна» исполняет обладатель гран-при конкурса «Весна романса» 2005 года, лауреат международных конкурсов Сергей Зыков. «Черемуха цвела» исполняет лауреат конкурса «Весна романса» 2020 года Светлана Амельчук. Морозный день открыл мне радуг тайны, теперь еще
Музыка Андрея Косинского, стихи Ольги Клименковой. «Гуталин» исполняет автор, петербургский композитор, музыкант и певец Андрей Косинский и артисты балета Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктория Вяткина и Искандер Фахруддинов. В ней засохший давно гуталин источал аромат. Сладко дрогнуло сердце мое, в нем заныла старинная ранка. И оно сквозь года полетело куда назад. Маленькая круглая коробочка под гуталина, парок зеркального сияния, начищенный штиблет. Первый поцелуй во время танца был робким и невинным. Только все равно ты испугалась и сказала тихо «нет». Встречали с тобой за углом, ты шуршала плащом из балони, упоительно пахли духи, гутали и сирень, и мелодию нашей любви на своем золотом саксофоне нам играл музыкант в нашем танце неделю через день. Круглая коробочка из-под гуталина, пара зеркального сияния, начищенный штиблет. Первый поцелуй во время танца был робким и невинным. Только все равно ты испугалась и сказала тихо: маленькая круглая коробочка из-под гуталина, пара зеркального сияния, начищенный штиблет. Первый поцелуй во время танца был робким и невинным. Только все равно ты испугалась и сказала тихо. Все равно ты испугалась и сказала тихо «нет». На стихи Анны Малышевой «Признание» исполняют авторы, лауреат конкурса «Весна романса» 2011 года Анна Малышева, за роялем Дмитрий Кобзев. Ты предашь, я это точно знаю.
Я влюбилась, как будто рванула состав. Я сердечные раны решила не шить. Ты смотрел на меня, но другую искал, а земля продолжала кружить. Ты предашь, я это точно знаю. Ты отдашь меня, играй. А что еще пытаю? Ну а ты молчишь. Молчи. Я влюбилась, как будто рванула со скал. Я влюбилась, как будто нырнула под лед. Кто искал меня, пусть поскорее найдет. Пусть найдет меня. Премьера романса Юрия Зарядного на стихи Лары Белл «Цыганка верная». Исполняет автор, лауреат конкурса «Весна романса» 2015 года Юрий Зарядный. Yeah.
найти покой на склоне лет. Буду вечно помнить встречу эту и благодарить тебя в ответ. Мое исполняет обладатель гран-при конкурса «Весна романса» 2019 года Надежда Алексеева. Oh.
Алексеева. Удивительное явление – романс. Услышишь его, и в тебе все перевернется, охватит невыразимой нежностью и светлой грустью. Сегодня в наше динамичное время романс дает нам возможность остановиться на минутку от стремительного бега, успокоиться и отдохнуть душой. Запах черемухи нежный, душистый, снова напомнил мне юности дни. Запах черемухи яркий и чистый, будто вернул меня в лоно любви. В жанре старинного романса написано много современных произведений. Они возвращают нас в сентиментальный мир музыки и поэзии ушедших веков. Популярный романс Александра Лобановского на стихи Николая Заболоцкого «Очарована, околдована» исполняет обладатель гран-при конкурса «Весна романса» 2021 года Руслан Давиденко. Василия Федорова. «Есть вечная любовь».
исполняет лауреат конкурса «Весна романса» 2021 года София Ботова. Есть вечная любовь, в глазах ее ищите, что говорят честнее, чем звучный наш язык. Есть вечная любовь, не сунуйтесь, трепещите, кто чахлые цветы срывать тайком. Ковзеля. «Еще не поздно» исполняет певец и музыкант, лауреат конкурса «Весна романса» 2013 года Дмитрий Ковзель. Много пережил, как много прожито, и все отмерено, и все отложено, но вновь по-прежнему к лицу зажженному стремится буря чувств,
положено. Когда, казалось бы, дивиться нечему, я понимаю вновь, жизнь бесконечная. Молчание. Исполняет наша очаровательная гостья из Москвы, обладатель многих титулов и наград, финалист телепроекта «Голос» и победитель суперсезона «Точь в точь» на Первом канале, Елена Максимова. Ты — это слово, как бабочка летит из темноты. Нужный живой огонь поймаю в ладонь. Ты натянут, как струна, в нем аккордом звенит луна. Сейчас она, как и я, одна. Лабиринт молчания, нечаянная боль. Обидная случайность, прощание с тобой. Лабиринт молчания передо мной опять. Давай пообещаем друг друга не терять. Ты сжимай щекой к стеклу, шепчу ночную мглу. Между нами не только так.
бабочка летит из темноты, и я тревожный живой огонь поймаю в ладонь. Ты натянут, как струна, в нем аккордом звенит луна, сейчас она, как и я, одна. И продолжается до сих пор. В цыганский табор, вслед за ними и за кибиткой кочевой, петь их романсы удалые и слиться в пляске огневой. Только цыганскому народу удалось нащупать у русских ту самую струну радости и грусти загадочной русской души. Романс Михаила Косовского на стихи Ивана Ковина «Брожу с цыганами» исполняет лауреат конкурса «Весна романса» 2017 года Денис Яковлев. Весь у костра, путаясь в туман, отправляюсь я родить с табором цыган. Чародейка ночь нежной рукой вышивает звездами шатер небесный надо мной. Ну что же мне сказать тебе в ответ? Может, я вернусь, а может, нет. У цыгана умного сердце беспокойное, сердце беспокойное. У меня шилограмм тягучее, сердце пламя жгучее, сердце словно не загоря. Эти скружа не любовь, здесь цыганского довольной родимый дом. Ветер обвиненный солнцем листвой сметает все следы, следы, оставленные мной. Может, я когда-нибудь вернусь, может быть, в кого-нибудь влюблюсь. У цыгана вольно, сердце беспокойное, сердце беспокойное. У меня что-то кровь тягучая, сердце пламя жгучее, сердце словно из огня. «Девчоночка-цыганочка» исполняет лауреаты международных конкурсов и конкурса «Весна романса» Юлия Кусвец, Юрий Ануфриенко и Евгений Кириченко. Девчоночка-цыганочка,
Покраса на стихи Павла Германа «Последнее танго» исполняет лауреат конкурса «Весна романса» 2019 года Михаил Глекин. Роман-спектакль, в основе которого красавку Нину и любимый танец, который с детства был его знаком. Танцуя с ней, дыхание замирало, когда она пьянящая влекла. Вмиг показалось, что она нагая, он закричал: «Спой для меня!» Под южным небом Аргентины Михайлова. Поля, услышишь бубна звон, там бубна звон.
Лауреат конкурса «Весна романса» 2018 года Роман Лиманский. Дорогой длинною, да ночью лунною,
не той, что горбитит зверя. Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам намучила меня. Вдали родную новыми путями нам отныне не суждено. И ехали на тройке с бубенцами, да уже проехали давно. Петербургская осень 28 октября. Будьте здоровы!